Танк Т-34. Двигатель его отлит из американского алюминия. Он одет в броню, которая сделана на американских, лидирующих во Афраме, Лебдене и так далее. И, в этом танке есть башня. Она вращается. А почему она вращается? Потому что погон башни сделан на американском огромном карусельном станке. Своих не было. Своих не было. Она стреляет из 85-миллиметровой пушки, которая способна пробить броню немецкой «Пантеры». Откуда взялась пушка? Потому что не американцы прислали оборудование, способное рассверлить такой длинный ствол. Ну, естественно, командир общается со своими подчиненными по американской рации, это мы понимаем. Пушка стреляет снарядами, порох американский, а взрывчатка, та, что там вот снаряд заполнена, американская. Латунная гильза сделана из американской латуни. Все это вместе взято. Да. Там же катки, посмотрите, в парке любом на Т-34, на катках резиновый бандаж. Каучук-то американский. Пробовали делать без бандажа. Разбивает Кирене-Фене всю подвеску. А так танк наш. А вместе все это называется танк наш, но вообще-то рядом с ним еще идет и американский Шерман, о котором никто не вспоминает, но когда у меня в руки попали документы по советскому штурму Вильнюса, меня просто люди просили там подобрать документы, я посмотрел просто на матчасть тех танковых дивизий, которые брали, бригад, конечно же, которые брали Вильнюс. Ничего себе, каждый третий американский танк. Я это очень удивился. И все это вместе взято называется советский танк. И так далее, так далее, так далее. Не говоря уже об огромном количестве машин, поставленных американцами.